Небольшой спортивный анонс на предстоящий уикенд. Сотни танцевальных профессиональных пар и сольных исполнителей приедут в наш город для участия в открытом фестивале по бальным спортивным танцам «Лида Опен 2024» на кубок председателя Лидского райисполкома. Захватывающее танцевальное событие состоится уже в эту субботу и обещает стать настоящим праздником танца. На Лидском паркете с утра и до позднего вечера в красоте и грации будут состязаться участники в разных возрастных и квалификационных категориях. Фестиваль пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». Не пропустите. Завтра целый день, начиная с 9 утра, в этом замечательном комплексе будут пестрить красивые пары, красивые соло-исполнители. Очень много в этом году у нас заявлено участников с разных уголков нашей страны. Также мы выходим немножко на другой уровень, наверное, более масштабные в этом году нас поддержали и вызвало большой интерес у многих иностранных пар. То есть на сегодняшний день у нас зарегистрированы пары с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Калининграда, поэтому мы очень надеемся, что все до нас доедут, и у нас получится очень большой, красивый танцевальный праздник. Завтра первое отделение нашего фестиваля начинается в 9 утра, второе у нас в 12:30, в 16:00, и вечернее, оно получается у нас самое красивое, это открытие нашего фестиваля, оно у нас будет в 19:00. Очень много участников студии бального спортивного танца «Феерия Дэнс» города Лиды, Дворца культуры будут принимать участие в этом фестивале. Мы все к нему очень готовимся. Мы ждем с нетерпением и с трепетом, и уже считаем минуты, секунды, когда же пройдет наш фестиваль, поэтому мы ждем всех гостей, всех жителей нашего города на это прекрасное мероприятие. Оно будет очень красивое, очень масштабная, завораживающая. Приходите все, я думаю, что вы не пожалеете.